Всем по домам, всем, кому будни давят на карман. Всем по домам, да, всем по домам. Всем, кто обессилен. Всем по домам, да, всем по домам. Всем, кому будни давят на карман. Всем по домам, да, всем по домам. Делай дело в стиле. Однообразности в одном стиле. С 9 до 5 горят фитили. Выдели минуту времени, видишь, это несложно. Не так страшно, все возможно. Приоритет ты сам так определил. Ты не один из всех, ты один из них. Соедини эти факты в один большой ком. И думай, думай, надо менять все целиком. Столько лет нам самим не вытянуть. Где-то половина века как минимум. Видишь, бум, я упорно стараюсь понять это. Где, когда, кем и зачем все это начать. Кипят люди, рвутся на части. 10 числа грядет счастье. Как-то часто так в карманах пусто. Но пусть ваш путь будет изысканным и простым. Офисные крысы вращают колесо. Не всем хватает времени на сон. Но что бы я сказал, таким глядя в лицо. Но они отсыхают и тухлое яйцо. Всем по домам, да, всем по домам. Всем, кому будни давят на карман. Всем по домам, да, всем по домам. Всем, кто обессилен. Денек. Угу. Наконец-то. Все? Все. Что за аппарат? Аппарат? Нормальный аппарат. Да ладно, достал, да. Что ли? Фу, ну, ладно. Мне телефон лучше снимает. Да. Взял бы Canon 5D, например, хотя бы. А где я тебе возьму Canon? На него сейчас все снимают. А мы на этот снимем. Да. Тише, тише. Canon, у нас не Англия, ты не Джон Леннон. Тут лип и стоит белый. Бум. Нам поможет с напевом, а? Тихо, а парни. В чем дело? Нам идем на съемки. Главное. Парни, тихо. Нужные настройки. Не сажай батарейки. Нам нужен, белый. Нам нужен. Белый, не что? Да один раз. Нам нужен Canon. Давай. Три, два, один. Не сажай батарейки. Нам нужен Canon, не твое полено. Влетит нам от начальства, ребята. Да точно. Да ладно вам. Помирать так с музыкой. Музыка? А где музыка-то? Ого, отлично, отлично, отлично. Едем, едем. Здравствуйте. Кого-то сегодня побьет. Ты еще почему? Пиджак наизнанку одет. Ну что? Если ты одел пищу наизнанку... Да это ерунда, все эти коты и дети. Да я тоже так думаю. Ты веришь всем сказкам. Да. Что он делает? О. Мужик, походу, серьезно, слышишь? Дядь. Мужик! Мужик! Вещи-то, а? Сумка! Вещи-то забери, а! Парни! Да бред какой-то! Я ставлю десятку, что он опоздает. Я не пунктуален. Минуты с поступками не поменять местами. И ты не пунктуален. Как меня достали эти опоздания. Я не пунктуален. Минуты с поступками не поменять местами. И мы
не пунктуальны. Мы не пунктуальны, но спешить не станем. Лана, Таллин, жали пунктуальны, как меня достали. Эти опоздания достали, достали. Минуты с поступками не поменять местами. Да мы и не станем, мы здесь и мы с вами. Лана на виды буяним, агент опоздал и заболел задание. Счастливые часов не замечаю, да я счастлив, когда читаю. Кому-то точность, вежливость, а я где-то между пунктом А и пунктом назначения. Ты где? Я подъезжаю, как ты? Не знаю, в минутах таится тайна. Я не пунктуален, но это не специально. Но это не специально. Я не пунктуален. Минуты с поступками не поменять не станем. И ты не пунктуален. Как меня достали эти опоздания. Я не пунктуален. Минуты с поступками не поменять не станем. И мы не пунктуальны. Мы не пунктуальны. Спешить не станем. Вообще. Да все нормально с ним будет, до свадьбы доживет. Конечно, до свадьбы доживет. Да, слушай, вообще. Нас бы пригласил, так отожгли бы у него там, слышишь, он же такой... О, да, наскакались. Если бы не мой блог... Слушай, ну давай, посмотрим, что там у тебя. Sa vahid vajuta null. Ja, ma olen mingite vendadega liftis. Ja, poes on alla hindlused. Need kollased kleedid, mis sulle meeldisid. Ostsin neid 8 tükki. Стариной ты стрясешь, а? Я одинокий бродяга любви Казанова. Или укрой жизнь, чтобы выжить. Чтобы выждать, нужна подноготная. Что за дела, я не вижу бинокль вас. Шестеренки и цепи, для меня лучше капы и бэки. Механизм, система капризна. Потребляй и не ищи смысл. Набираем пин-код, терминал, карта, чек для отчетности. Может, мне повезет или нет? Мне должно повезти стимул. Нет. А принести прибыль? Нет. Сегодня мы на витрине. А-а-а. Под ногами асфальт, синего цвета шар. Дороже, как снег растает. Аукцион продолжаем. Под ногами асфальт, синего цвета шар. Дороже, как снег растает. Аукцион продолжаем. Стоп молотком, жизнь не кино. Этот лот куплен нами давно. Это аукцион, это ты или он. Это все, это все на кон. Кому потолок, а тебе пол. Укол и шаг в окно. Господа, все за стол. Я сказал, все за стол. Что? Я сказал, все за стол. Я твоя ненависть, я твое зло. 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 Когда поедем уже, начальник? Блин, ребят, честно, чуть-чуть. Не могу, честно уже. Надоело. Жена пилит и пилит. То сюда съезди, то туда съезди. Денег дай, денег подарок дай. Купи. Подарок. Я на двух работах горбачусь, а все равно идиот. Как надоело, я а? Ну, я завязываю. Пора с ней, а? Кончать уже, точно. Может, мыло дать, а? И веревку.
разувайтесь, проходите. Давай жми быстрее. Угу. Опа. Ну что, малый, вам какой? Нам туда же. Нажми там кнопочку. Ну что, вы давно занимаетесь этим? Кстати, прикольно, мне когда я был, это что-то там, опа, там, это нормально, ну, да? А вы давно уже рэперы? Не, на самом деле я молодой был, тоже занимался. А чё? Ну что-то не срослось. Еще бы, знаешь. Я же говорил, надо было раньше выходить. Да ладно тебе. Во, наконец. Давай все на выход. Да, на выход. Пойдем. Смотри, осторожно, не трогай ничего. Почему раньше не знали об этом месте? Кстати, прикольно, на самом деле. Так, где будем снимать? О, во-во-во, смотри. Да, вообще место. Вот как раз, на фоне рассвета. Да, вроде, да, неплохое местечко, я думаю. Все здесь. Совершенно. Ага. Ну, что, давайте только скорее, потому что утро. Вставай. Давай-давай. Начнем уже. Блин! Что такое-то? Во, телефон сел. Ё-моё. Зачем мы сюда ехали? Слушай, у нас статьи тоже не стоит. Да это... Вообще, ё-моё, мы должны быть вчетвером же там, в кадре. Ну, и как мы со штатива снимать будем? Смотри. Молодежь! Иди сюда! Помогите, там! Ну-ка, подержи. Смотрите, поснимайте нас чуть-чуть. Так, у нас тут камера. Так. Окей, держи. Так, смотри, вот здесь включается. Так вот, здесь вот поближе, подальше делать. Угу. Вот так вот. Так вот, здесь включаешь посмотреть. Вот да так. Я и так знаю. Окей, окей. Нормально, да? Да. Ну-ка, смотри, пробуй. Видно? Да, все хорошо. Получается. Все хорошо, да. Ну давай, начнем. Давай, 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 давай. Время мало уже, ай. Юристам и экономистам не проектирую дома. С утра на работу бегут банкиры-потники, мой поезд идет на Марс. У машины летят меня мимо, куда занесет меня эта трясина?
этот раз меня не догнать. Я поплыву в потоке города куда-то вдаль. Я не стал артистом, врачом или логистом, и даже физиком. Но так, если на чистую воду выводить вас, то каждый виноват сам. У мам были проблемы с нами еще в молодости. Надо кормить, растить, купить, что носить. Но выходит, не выходит из меня ничего. И ты тут как уж не старайся, все равно все одно. Уноси ноги, у нас одно на уме. Папа был строгим, но воспитать не успел. Опасный круговорот несет меня куда-то, а там засада.